Проживающие в Канаде азербайджанцы провели акцию протеста в Торонто в связи с тем, что на местной армянской церкви был вывешен флаг самопровозглашенного образования, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. В акции, которая прошла перед зданием Торонто Олд Сити Холл, приняли участие очень многие граждане Канады, Азербайджана и других государств, представители разных наций. Tədbiri Azərbaycan Respublikasının və Kanadanın dövlət himləri ilə açıq elan edirik.